Повышение средней и минимальной заработной платы, а также улучшение национальной системы здравоохранения – два ключевых приоритета его второго срока, заявил греческий премьер-консерватор Кириакос Мицотакис. В следующем году правительство планирует потратить на социальные меры 3 миллиарда евро или 1,5% ВВП. Αλλά μόνο προτάσεις για χρήσιμες και αποτελεσματικές επιλογές. Πολύ περισσότερο, όταν ήδη 8 κράτη, ανάμεσα τους μεγάλες οικονομίες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, έχουν ήδη τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθεστώς εποπτείας για υπέρβαση δαπανών. Κάτι τέτοιο προσωπικά δεν θα το επιτρέψω να συμβεί στην Ελλάδα. В последние годы экономика балканской страны восстанавливается после долгового кризиса. При этом Греция по-прежнему занимает второе место по уровню безработицы в ЕС.